числе национальных проектов, объявленных президентом России Владимиром Путиным, значимое место занимает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его цель – расширение доступа представителей бизнес-сообщества к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Еще численность занятых в сфере предпринимательства в нашей стране должна вырасти до 25 миллионов человек. Соответственно, и в Мордовии число активных и деятельных людей должно стать больше. На реализацию федеральных программ в рамках нацпроекта Мордовия получит более 380 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на улучшение предпринимательской деятельности, сокращение административных барьеров, создание единой площадки, где многие вопросы бизнесменов будут решаться по принципу «одного окна». Говорили на заседании и о тех уникальных проектах, которые реализуются в Мордовии. Они касаются как реального сектора экономики, так и таких сфер, на которых много не заработаешь. Например, туризм. Затронули и тему активизации участия бизнес-сообщества и общественной жизни и благотворительности. И здесь прозвучали проблемы, которые мешают предпринимателям более полно реализовать себя. Когда мы говорим о предпринимателях, которые занимаются благотворительностью, мы на самом деле лукавим. Предприниматель как человек, да, а вот как организация у нас очень мало возможностей помочь социальным каким-то проектам. Потому что ты, например, предоставляешь денежные средства, на что-то покупаешь, у тебя это не зачитывается в расходы, ты с этого еще налоги платишь. То есть для организации нет инструмента. По словам организаторов, главная цель заседания – довести информацию о пользе национального проекта до как можно большего числа предпринимателей. Также во время разговора не раз подчеркивали необходимость совместных усилий представителей бизнес-сообщества в реализации конкретных инициатив. Критикуй, предлагай, предлагай, делай. Вот. Это очень важный момент. То есть, мало того, что мы говорим, это не можем. Давайте начнем вместе и сделаем. Один не сможем, а десятером, не знаю, а сто человек точно сможем. Вот эти очень важные вещи, надо вот это доносить, доносить, доносить. Ну и дальше развиваться, идти, двигаться вперед, я думаю. Все в наших руках. Предприниматель – это лидер, человек, который не боится брать ответственность не только за себя, но и за свой коллектив, свой город, республику, страну. Об этом не раз говорили участники собрания. Отклик у бизнес-сообщества получила идея активистов ОНФ восстановить фасады старинных зданий в Темникове. Вячеслав Кузьменко, Валерия Никитина и Денис Ноздрюхин. Народные новости.